Всем привет! И сегодня я в Юрмале хочу вам показать новое интересное место. Около концертного зала Дзинтере расположились такие мыльные пузыри. И я долго думала, когда они строили, что это будет такое. Оказалось, это построили юрмальские бабочки. Здесь около 400 видов тропических бабочек, которые привезли из Африки, из тропических джунглей, из разных южных стран. И сегодня я вам их покажу, и мы их посмотрим вместе с вами. Зайдем в это интересное место. Вход туда для взрослых 4,50 стоит, для детей, там школьников, пенсионеров. Дешевле там в районе 2 евро. Пойдемте и посмотрим, что нас там ждет внутри. И вот мы пришли в рай к бабочкам. Ну, давайте будем их искать, где они у нас тут летают. Вот такой вот построен такой мыльный пузырь. В нем очень-очень большая влажность. Что у нас здесь такое? Наверное, их домики. Да, тут очень жарко и очень большая влажность. Вот у них тут еда стоит. А, вот бабочка кушает. Ой, какая голубенькая полетела. Ну, смотрите, смотрите. О, как они тут летают. Вот такие вот они тут. Ну, смотрите. Ой, прямо ко мне прилетела. Ну, смотрите, бабочки кушают. Какие красивые крылышки. Ой, какие голубые бабочки. Вот. Плакаты, какие виды бабочек здесь существует. Наверное, здесь. Осторожно, только в сопровождении взрослых. О, давайте, тут такая лесенка. Поднимемся наверх, посмотрим, что наверху. Ой, тут сидит бабочка, надо очень аккуратненько ходить. И вон еще одна сидит. А, тут у них стоит еда. Тоже у них тут стоит еда. И вот в таком шару. Ты где? Мешок? Ну, прилетела бабочка. Леша, там попугайчик. Ой, птичка прилетела. О, голубенькие бабочки летят. Елена, не трогай, не ходи. Вот такие красивые большие бабочки. Посмотрите, какие красивые сидят большие бабочки. Какие крылышки красивые. Его еще сидят.
Ой, смотрите, тут у черепахи плавает. Вот он там кушает бабочку. И вот там наверху, и видно, они любят бананы, что у нас, апельсины и грейпфрукты. И вот там есть цветочки, такая красивая. Ой, какая оранжевая полетела. Вот он голубенькая, красивая, летает. Где? Вот такое красивое место можно посетить, когда вы отдыхаете в Юрмале. Вот в прошлом году такого не было, а в этом году я хотела ехать, где зимой в Риге я была, в ботаническом саду, и там тоже летом открывают бабочек, можно посмотреть. Ну, видно, какую-то часть привезли в Юрмалу, чтобы туристы могли сразу сюда зайти, посмотреть бабочек, а они заработать денег. Потому что не каждый при такой там жаре поедет в ботанический сад. О, какая красивая бабочка. А здесь сразу на месте. Ну, какая миленькая. Там голубенькая. О, и здесь посмотрите. Ой, а тут посмотрите, сколько сидит. Смотрите, сколько тут сидит. Смотрите, какая. Вот он нравится мне сидеть на такой сетке, смотрите. У них крылышки. Ну, трогать их нельзя. Ну, смотрите, вот такая черненькая. Вот сидит там бабочка. Голубенькая прилетела, но она улетела, к сожалению. Ой, ой, как она прямо передо мной тут летает. Вы находитесь как в райском саду с бабочками. Вот они две красивые летают. Вот тут оранжевые прилетели. Поэтому, когда вы будете посещать Юрмалу и недалеко от концертного зала, обязательно зайдите и посмотрите, какие тропические бабочки у нас тут обитают. Всем приятного отдыха. Всем пока!